Все ахнули, увидев подросшую дочь Киркорова, ведь она как две капли воды. Филипп Киркоров не устает восхищаться тем, насколько Алла Виктория похожа на его маму. В честь дня рождения дочки Филипп Бедросович заполнил Инстаграм трогательными снимками и видео, на которых малышка и его друзья веселятся на детской вечеринке. Поклонники артиста осыпали девочку комплиментами, а кто-то отметил, что Алла Виктория очень похожа на свою бабушку. Да, гены – великая вещь, согласился с фолловерами Киркоров. И опубликовал коллаж из двух снимков. На одном – Виктория Киркорова, а на другом – малышка Алла Виктория. Сходства и в самом деле поразительные. Мать и дочь певец называют главными женщинами в своей жизни и неустанно признается им в любви. Виктория Киркорова умерла в 1994 году после долгой болезни. По трагическому стечению обстоятельств смерть наступила 30 апреля, в день рождения Филиппа. «Мамы давно нет с нами, но я счастлив, что она живет в моих детях и что Алла Виктория очень на нее похожа», – рассказал певец журналистам. Киркоров на редкость заботливый отец. Со своими детьми он проводит каждую свободную минуту и старается всегда быть в курсе их интересов и предпочтений.